За Дадона убью любого. Морально буду убивать всех. Это латиница. Нахрена она кому нужна была? У нее куросия. Мы собираемся, потому что мы недовольны этим строем. Мы недовольны то, что происходит в стране. А то, что насчет России, Россия была державой и будет державой. Мои родители, как специалисты, приехали, отстраивали этот город. Так мы что, оккупанты? За всю историю Россия никогда ни на кого первое не нападала. За всю историю человечества. Она защищаться защищалась, но нападать не нападала. Давайте. За Дадона убью любого. Морально буду убивать всех. Я бельская. Я отсюда. Это мой город. И город моих детей и внуков. И румын мы сюда не пустим. Нам Румыния не нужна. Нам нужно объединиться с Россией. Нам нужно... Туда возьмут наши фрукты. Мы будем торговать. Нас подымут с колен. Мы на коленях. Чтобы говорили побольше и на русском, вот, на этих каналах. Румынский язык даже молдаване не понимают. Это латиница. Нахрена она кому нужна была? Мы едем в Кишинев на митинг, чтобы поддержать партию социалистов, президента, их инициативы, в том числе и для молодежи. На этих выборах последний шанс исправить ситуацию в стране. Народ выберет, конечно же, партию социалистов. Но нет никого больше. Так, девочки, а заходите в автобус. За что мы страдаем? Не миллиардами так, воротят, а мы копейками. Собираем копейки для детей и для себя. Мы тоже где вы заняли места? Да, поставили места. Там уже поставили. Давай. Места уже поставили. Ждем еще других подходов. А можно пару вопросов задать? А вы ни черта не знаете. Очень. Мы просто приглашенные гости. Как ни черта не знаете? Я ничего не хотим знать, что творится власть говорить. Или правительство, нам это не волнует. Так а зачем в Кишинев взять? Потому что так мы хотим. Я всегда вожу людей, когда мы едем, я всегда в Курке. Там реставрация прошла, интересно там будет. Сейчас приехала митинг. Зачем? Каша требует. Конституция требует. Конституционист. Да и сустенет социалист? Да. Да дичи? Да дичи. Это факт пентру популяции наш. Да это я вам везут он один три месяж или дефи баннер для Калунской и пентру неутралитати. Ну что, я не знаю. Ні, цинку партії дуєте. Причому не ти? Партії бунш, фач больт ін зара. Поза ми дай унік землю? Ну, поза, дав. Акціоні позитиві? Аком ну. Аком ну, поза, дав. Ну, штій, сам ну греш? Ну, под. Să dau, da. De ce? Că nu, na, pentru ce iată ne întreb. Văd că scrie pentru neutralitate. Da. Bă, ne uităm că am înghețat la chișoare și că jucăm și ne încălzim, dar de altă nu știu. Ați citit ce scrie aici pe bannerul ăsta? Nu? Pentru neutralitate scrie. Nu înțeleg. Pentru ce ați venit la meeting? Noi? Ce ne problem? Trebuie omul neamul să... și iasă din chestiile astea care ajunge atâta. Trebuie omul neamul să iasă și un conducător și ca lumea. Tot să fie tot la râhă și clar. Să nu... Lumea îmi iasă, toți îmi...
Cum? Sibul lege, sibul și nevoie un conducător ca lumea. Dar păi cine, cine credeți că trebuie să fie conducător? Președintele nostru, țării. Pe-l deamă este președinte. A, păi da, dar în orice caz nu trebuie să-l încurci cineva. Vedi, mă, eu mă schep, de tu nu știi. От митинга? Да. Не знаю, я был тут этот летом, так ничего и не было там. Это. А вот что сейчас будет, не знаю. У меня друзья были в Румынии, много друзей были. Но никогда не еврей шоков, не решался. Ну что не понимаю, это один и тот же язык почти. Миллиарды! Верните! Миллиарды! Верните! Миллиарды! Мы вышли сюда, все, все, вся Молдова вышла сюда к нам. Нас миллионы. Pentru dreptate, pentru învățământ și unire cu Rusia. Нас сегодня много. Спасибо за то, что мы сегодня собрались. Мы не собрались летом. Люди пришли по доброй воле. Спасибо вам за то, что вам не безразлична судьба каждого населенного пункта, судьба нашего, нашей страны. Спасибо, что мы все вместе. Сегодня мы с вами будем принимать очень важные решения. Уважаемые друзья, наш митинг протеста против нынешней власти объявляется открытым. У Молдовы есть будущее. Анонсем 10 обективы приоритари, по которым мы ангажем, să le implementăm în cadrul noului Parlament al țării. 1. Majorarea salariului mediu până la echivalentul a 600 de euro, iar pensia medie până la 300 de euro. Vom micșora vârsta de pensionare și vom indexa pensiile cel puțin de 2 ori pe an. 5. Politica externă echilibrată. Noi vom restabili parteneriatul strategic cu Federația Rusă la toate nivelurile și vom obține statutul de membru deplin al Uniunii Economice Euroasiatice. Vom asigura o cooperare reciproc avantajoasă cu Uniunea Europeană. 8. Interzicerea partidelor și mișcărilor unioniste. Noi vom întoarce în școli disciplina istoria Moldovei. 10. Republică prezidențială, puterea poporului și statul de drept. Președintele ales de popor va forma guvernarea și puterea verticală executivă. Socialiștii! Socialiștii!